Всем привет, я Алена, добро пожаловать на мой канал. Я наконец-то вернулась с дачи. Буду сейчас протирать полы и готовить ужин. У меня муж летит наконец-то домой. Так, Муся мне надавала кучу всего. Дала мне укропчика, чтобы я заморозила свеженький. В автобусе ехала так, как будто я соленья не везу. Лучок зелененький. Фу. Так, редисочка тут. Свежая капуста. Свой урожай. Сейчас я ее достану, девочки. Ой. Боже, как я устала. Жарко. На улице вроде ветера. В автобусах очень жарко. Вот такая свежая капусточка. Свой урожай. Все, мы уже кушаем. Мама не стала ее переращивать, так сказать. Она мне ее. А я сейчас сварю ему мужу щи со свежей капусты. Я обожаю щи со свежей. Мама любит с кислой, я со свежей люблю. Так, она мне кабачков дала своих уже и огурчики. Вот такие колючие красавцы. О! Помидорки я купила. Сейчас еще салатик. В общем, приготовлю. Курочку пожарю, пюрешку сделаю. Щи со свежей капустой сварю. Кабачки. На днях приготовлю, рагу ему сделаю, либо пожарю колечки, он очень любит. О, у меня еще один кабачок упал. Такие кабачки, тут побольше размерчиком. Красавчики. Так что вот так вот. Так, еще забежала в магазин. Дома же вообще же ничего нету, но мне готовить надо. Так, мужу купила его любимый виноград кишмиш. Так, купила помидорки на салатик. Фу, жарко. Молочка. С кофе пить, пюре сделаю. Так, упаковку майонеза. Не знаю, зачем я вроде с маслом хотела. Ну ладно. Картошечки немножко взяла, чтобы супчик сварить и пюре сделать. Взяла голень куриную. Буду жарить. Так, сывороточный напиток ананас. Я такой люблю. Может, и мужу зайдет, не знаю, посмотрим. Банку кофе взяла. Вот тут какой-то со вкусом карамель. Попробую. Если вкусно, оставлю дома. Если не вкусно, ну или не понравится нам, унесу на работу. На работе все съедается, все выпивается, как правило. И взяла вот такие... Ой, кто ты? Корнерсы? Ну, в общем, это... Как их называется? Я забыла. Божечки, я забыла, девочки. Вылетело из головы. Хлебцы маленькие с бананчиком к чаю. Все. Быстро сейчас убираюсь, прибираюсь. Время час. Муж прилетает 18:20. Надо успеть. Так, девчули, готовлю сейчас ужин мужу. Вот моя, наша капуста. Мама вырастила капусту. Вот такая она в разрезе. Пушистенькая, набитая. Вот я отрезала. Варю супчик, жарю курочку, готовлю пюрешку. Сейчас приготовлю все и поеду мужа встречать. Так, я приехала в аэропорт встречать мужа. Погодка вроде бы наладилась, солнышко, тучи ушли. Все, мы приехали к Сашкиным родителям. Прудик набирается водички, там фонтанчик. Кисонька моя будет делать шашлычки. У моей свекрови было день рождения, празднуем сейчас. Сейчас гостей полный дом. У мелкой Аленки Захар здесь, его родители приехали. Муж у меня угли растапливает. Ребята сейчас принесут мяско, мариновали. А Мишу спрятали, вот этого красивого резного, который мне нравится каждый год. Его спрятали почему-то. Машинки. Я пойду покачаюсь чуть-чуть на качельке. В этом пруду каждый год ноги мочу, по колено стою. Мне нравится. Вода хоть и холодная, но мне нравится. Такой садик у них. Банька, гаражик. Детские качели старые. Уже почти сломанные. Ну ничего. По пенсии мой влазит в эту качельку. Несут, ребята, шашлычки. Кися моя приехала наконец-таки. Шлундос у нас жарится. А тут вот такое животное живет. Вот такое. У меня тосочка, а тут носичка, девочка.
Грязличек. Грязличек его называют, да. Тевтелечка. Его называют грязличек, тевтелечка. Да, Носечка? Будешь звездой Ютуба тоже, как Тошечка. Мяско вкусное, мяско, мяско. Давай. Фотографирую на телефон, скажешь, дурак что ли? На телефон. Молодежь развлекается. Да? Или эти деньги. Пинай воду! Ну все, теперь уже смотрит такая задница. Спит. Смотрит, смотрит. Я, в общем, все убрал. Спит, и даже такой не только просыпается. Третьим глазом вижу такой шух. Очень крепко. И полетела, спит. Думаю, ну слава богу, блин, все, оп, живая. Благодарила. Да, я про Блохова расскажу. Приехали в Дагестан, маленькая, а там большая получается сложность найти жилье. То есть есть санатории, там все остальное. Это же надо так спать. Мне бы тоже давно уже проснулся. Возвращаемся домой, посмотрите, какие облака. Далеке очень красивые. Вроде бы сука упал. Вроде бы и солнышко светит. И тучи такие облака. Дома забежали в магазин, купили молочко и набрали кучу мороженого. А, кофе покупала я с карамелькой. Муж сейчас увидел с лесным орехом. С карамелькой и молочком нам очень понравилось. Сейчас взяли с лесным орехом попробовать. Наверное, вкусненько тоже будет. И кучу всяких мороженых набрали. Так, для таких, как моя мама. Это мы не за раз съедаем, это мы просто набираем, и она у нас лежит в холодильнике. Когда захотели, тогда покушали. Я взяла веселая корова пломбир. Тут карамель и фундучное пралине. Так. Ермошка с фундуком у меня муж взял. Еще вот с какими-то вот такими прослоечками тоже муж взял. Так. Олесины сказки с орешком и арахисом это я взяла. Он точно такой же взял, только обычный пломбир. Без шоколада. Я взяла чистые линии. Мне очень понравился по апельсиновой глазури. Вот эту какую-то птичку, жар-птичку муж взял. Он взял еще магнат, манго и красные ягоды. Так, я вот такую взяла с вафельным миксом. И еще я взяла себе вот такое шоколадное. Я, в принципе, шоколадное мороженое люблю. На этом все. Приехали домой. Так, девчули, муж у меня вернулся и накупил мне кучу всяких разных подарков. В первую очередь он сделал мне пополнение в мою мини-коллекцию Алка Минималистика. Ой. Посмотрите. Всяких разных, разнообразных у меня полно. Вот. На кухонке у меня это все стоит. Не знаю, мне прикалывает. Мне кажется, прикольно смотрится. Вот так у меня выглядит кухня. Вот так это все выглядит. Уже с по бокам у меня вовсю заполняется. В общем, у меня был Арарат трехлетка.
Муж мне купил коллекционные. 5 лет Арарат. Так, что с фокусом? 5 лет Арарат. 7 лет Арарат. И 10 лет Арарат. Это все 0,05. 50 грамм. Такие бутылочки. Классно, да? У нас таких нет армянских коньяков. Вот трехлеточку я еще где-то как-то урвала. И сейчас я вам ее покажу. Вот она, как раз по центру. Вот как раз по центру. Это трехлетка Арарат. Классно. Вот тут я теперь по бокам уже ставлю. С той стороны забито, все я здесь ставлю. Потом вот тут буду ставить, уже ставлю. Видите, там ликерчик у меня. Это мама ошиблась, купила мне 200-граммовые. Или 100-граммовые, 100-граммовые, наверное. В общем, надо что-то придумать, что-то прозрачный акрил может заказать. Сейчас же что угодно делают, чтобы сзади ставить выше. Вот, ну вот, поднять, получается, на этот уровень и еще выше ставить. Ну, в общем, надо будет что-то придумать, потому что у меня коллекция моя растет. Потихонечку растет, и я так рада. У нас тяжело купить что-то новенькое. Там раз в несколько месяцев я что-то встречу, какую-нибудь одну бутылочку, я, конечно же, покупаю. Но это очень долго, очень долго. Здесь у нас нету, к сожалению, ничего. Ну, ладно. Хотя бы так будем ездить куда-то, что-то. Он да я, да, и потихонечку будем покупать, пополнять. Муж никогда не оставляет меня без подарков, куда ездит. Зачем привозит? Сейчас вот вкусный подарочек. Какие-то такие вот чипсоины, чипсы с креветкой. Это японский, да? Он говорит, что это вроде бы японские чипсы, но, говорит, не корейские. А нет, вот написано Made in Korea. Корейские чипсы. Ну, соответственно, это, наверное, тоже. Нет, фирма разная. Что-то из них японское. Вот этот шоколад, он вроде бы сказал, японский. Вроде бы супер молочный. Он реально молочный. Тоненькая плиточка такая. Мы уже открыли. Вот. Да, вот это японское. Видите, производитель Токио, Япония. А Владивосток импортер. Вот. Вот так выглядит шоколадка. Очень вкусная. Молочный шоколад внутри. Я уже все попробовала. Я буду с ним попробую. Какой-то супер молочный, ему сказали, ну, они очень дорогие, эти шоколадки тоненькие. Он поэтому мне одну штучку привез. Купил еще японские вот такие леденцы. Ну, он сказал, что он все съел сам в самолете. Перелетали долго. До меня доехало только 3 штучки. Ну и ладно, и мне этого хватит попробовать. И вот такой арахис в какой-то вот шкарлупке съедобной. Со вкусом кальмарчиков. Вот. Вкусняшечки тоже всякие привозят мне пробовать. Еще муж вручил мне вот такую коробочку. Но сказал, что это подарок на нашу годовщину свадьбы. У нас чуть-чуть попозже годовщина свадьбы. Он был, подарил сейчас. Сначала дал вот такую листовку. Это какой-то новый магазин Валери. Ювелирных украшений в Москве открылся. Вот. Просканируйте вот этот QR-код. Я вам сейчас получше его сделаю, чтобы вы могли сделать скриншот. Выйдите на Telegram. Там действительно есть такие необычные украшения. В магазинах они практически таких украшений я не вижу. Реально необычные. Есть что-то попроще. Есть такие прям супер необычные украшения. Новый магазин. В общем, посмотрите сами. И давайте открывать, что мне. Смотрите, я коробочку открыла. И тут такие получаются, как бусики в 2 ряда. Это серебро. Серебро дутое. До бусинки. Пробы, все есть как положено. И тут пару бусинок. Я думаю, вы сейчас угадаете, да? Да. Это гусиная лапка. Всем известная. Это эмаль, покрытая сверху. Это все серебро. Это бусинки, это все серебряные. Их можно носить вот в таком варианте. Они разбросаны, маленькие, большие бусинки. Очень красиво. Так мне очень понравилось. Необычное украшение. У меня таких нету. Можно даже в 3 раза вокруг шеи. Там расцепляется. Так, давайте доставать из коробочки. Коробочки.
потому что цепочки все равно у меня все достаточно короткие. Одна цепь только 50 сантиметров, но она же все равно не длинная, золотая. А иногда хочется, бывает, подлиннее украшения. И хочется какие-то такие украшения, чтобы можно было одеть на какое-то трикотажное изделие, такие типа как кардиганчик без пуговиц, там пуловер какой-то. В общем, вот тут все пробы стоят на изделие, фирменный знак, производитель, все остальное. В общем, украшение выглядит вот таким образом. Сзади карабинчик. И вот так вот, вот так вот. Вот так вот оно красиво, необычно просто. Посмотрите, видите? Цепочка, бусики. И вот так оно необычно висит. Но можно несколько слоев это все сделать. Цепь длины позволяет. Повторюсь, это все серебришко. И посмотрите, все бусинки вместе. Просто прелесть. И я как раз в Ютубе на днях смотрела Эсмеральда Серебро, если вы знаете этот канал. И у нее есть отдельно свой канал. Екатерина Лайф, или как-то я не помню, как ее конкретно канал уже. Но вы можете в Ютубе ее спокойно найти по Эсмеральда Серебро и найдете ее канал основной. Она на... ходит на антиквариатные рынки. Извиняюсь за голос. Уснули с открытой балконом, даже не окном, а балконом прям. И нас обоих с мужем немножко продуло. Он чихает мне целый день, а я голос теряю. И она купила на антиквариатном рынке браслет и бусы из серебра. И вот эти жемчужинки, вот эти бусинки, дутые были. И это чистое серебро. И мне так понравилось. Там под шейку у нее такое было колье. И браслетик на ручку вот так вот. Вот из дутого серебра, как бусинки. Конечно, там антиквариаты, они такие пожухленькие, где-то поцарапаны, где-то мутненькие. Здесь у меня абсолютно чистенькие, ровненькие. Сейчас, конечно, уже по-другому все делают. Ювелиры очень красиво. И я как раз подумала, почему бы мне тоже какую-нибудь кольешечку с бусинкой или браслетик с бусинкой не приобрести. Муж как будто чувствует уже. Или наблюдает, что я смотрю. В общем, очень красиво. Посмотрите, как классно. И на шейке это классно смотрится. Я вот меряю. Просто сейчас на мне футболка с орнаментом под домашнее. Мерить не очень красиво будет. Не хочу портить. Но обязательно потом как-нибудь вам фотографию вставлю в этих бусинках. Как оно красиво смотрится. Необычно. И цепочка вот эта серебряная. Она родирована. Соответственно, плетение якорь. Но она не гарненная, как мои цепочки. А просто кругленькая. И блестит красиво. И тоненький шнурочек держит вот такие. Такие бусинки, блин, как классно все-таки. В общем, это мне подарок на годовщину, муж сказал. Душа его не выдержала, чтобы подарить мне чуть-чуть попозже. Бирочки все, конечно, я уже обрезала. Вот. Так. Колье серебро 925 пробы. Размер. Вес, вставки, вот, эмаль и родирование. В общем, еще раз повторю вам вот этот QR-код. Я навела камеру обычную, мне вышла вот QR-код, я нажала, вышла в Telegram, и там действительно магазин вот этих украшений, вы можете написать, вам с вами отдельно свяжутся. Извиняюсь за маникюр, я еще ничего не успела переделать, муж обещал чуть попозже приехать, прилетел немножко пораньше, я не успела. В общем, там действительно очень необычные украшения, здесь вот как раз как бы более стандартные представлены. Абсолютно какие-то такие сумасшедшие просто экземпляры, я таких вообще никогда не встречала. Каждый раз какие-то новые магазины мне муж находит с украшениями. В общем, вот такая красота теперь у меня есть в серебре. Такое колешко удлиненное. Очень красиво, мне нравится. Ну и не думайте, что она мне будет по пузо висеть. Нет, она вот на груди красиво располагается. Если я ей говорю одеть какую-то вот трикотажную вещь, без принтов, без глубоких вырезов, вообще без вырезов, наверное, будет очень шикарно смотреться. Мне как раз на работу. Очень классно. Спасибо мужу. И еще один подарочек он мне привез. Посмотрите. Пакетик дьюти-фри.
в аэропорту приехала, сюрприз ему устроила, встретила его, мне вручил сразу пакетик. Ну, конечно же, я вот увидела надпись и сразу поняла, что он мне привез. Обожаю своего мужа за то, что он так любит меня. И балует, посмотрите. Он мне купил ГУЭС. Так, открываем. Цвет бомбический. Цвет кофе. Я что-то уже ушла от черных сумок. У меня черных сумок вообще нету. Хотя надо бы хотя бы одну иметь. Классическую. У меня все сумки цветные. Надо бы черную иметь, чтобы была классика. Жанра, как говорится. Такой приятный у них этот пыльник. В общем, моя новая красотка. Большая. Просто мы с ним как-то рассуждали. Я смотрела в Сбермегамаркете похожие сумки. И он, видать, запомнил. И купил мне вот такую. Правда, я смотрела темную коричневую с какими-нибудь орнаментами, чем-то такое вот. Отсюда я уже отклеила наклеечку. Фирменный знак. Это сумка Шопер. Те, кто не знает, такая модель называется Шопер. Это оригинальная сумка ГУЭС. Карабинчик такой застегивается. Но эта сумка Шопер необычная. Карманов у нее нету. Это чуть попозже вам покажу. В общем, выглядит это все вот так. Ой, уже какой-то мусор у меня тут уже лежит. Никакой подложки ткани нет. Это все та же кожа. Так, вроде бы ГУЭС делает из искусственной кожи, если я не ошибаюсь. Так же, как Коуч, так же, как Майкл Корс, они делают из искусственной кожи. И что, кстати, очень хорошо. Я покупаю себе кожаные сумки, они у меня летят намного быстрее, чем искусственная кожа. Все внутри такой же орнамент. Вот здесь точно такая же штучка. Бирка, или как эмблема их с годом. И вот здесь эта сумка как бы три в одном. Есть вот такой кошелечек на карабинчике. Его можно отстегнуть вообще отсюда. А можно оставить здесь, так как нету кошельков. Можно как обычный кошелек использовать, как ключи, как еще что-нибудь мелкое, чтобы не потерялось. И чтобы сильно долго не искать, например, вот в этой сумке Шопере. Вот такой кошелечек здесь. Находится такой же расцветки, все так же прошито, также эмблемки. Вот тут я уже сняла наклеечку, защитный слой такой. Открываем кошелечек. Вот так он внутри выглядит. Неудобно снимать одной рукой, второй показывать вообще. Надо штатив достать, но у меня эмоции бьют фонтаном. В общем, вот так вот выглядит кошелечек, такой плотненький. Ну, можно вот сюда карту положить. Сейчас, я думаю, налички мало у кого. Карту положить и ключики, например, закинуть. Ну, кто что хочет, в общем. Сюда даже, если хотите, при возможности телефон влезет. Вот на таком карабинчике. Карабинчик спокойно отстегивается, и можно его снять. Но я не буду его снимать. Меня очень устраивает этот вариант, потому что в сумке Шопере хрен когда что найдешь. Если что-то срочно надо, какие-то мелкие. Вот ту же карту я планирую, деньги какие-то носить в этом кошелечке в Шопере, чтобы мне было легче быстро доставать. Потому что я накидаю сюда своих женских вещей и потом буду вот так, как обычно, ковыряться. В общем, вот такая красота. Теперь у меня есть на карабинчике сумка Шопер. И в нем был третья вещь. Это... Я сначала подумала, что это косметичка в эту сумку, так как карманов нет. Но это полноценная сумочка. Можно как косметичку, конечно, использовать. А можно через плечо просто. Сейчас же модные вот такие маленькие сумки плоские. Она достаточно плоская, посмотрите. Ой, я здесь еще даже не отклеила. Уберем вместе с вами. Вот такие защитные наклеечки были. ГУЭС. Все прошито идеально. Абсолютно ничем не пахнет. Швы все ровненькие.
Ой, муж меня завалил подарками, привез. Приехал. Внутри. Внутри фирменный значок Гуис. Я как-то смотрела эти сумки, как-то хотела покупать, но немножко простоволосилась. При вылете не купила, а когда прилетели, уже в Duty Free хрен попадешь. Вот, кармашек внутренний. Это, это влагу впитывать. Все молнии функционируют. Все закрывается. С этой стороны два кармашка, также для телефона, ну, ключики. Я ключи в этот телефон ложу и в карман, и ключи. Телефон в один, другой ключи. Всегда здесь какой-то паспорт, что-то такое у меня лежит. И женская мелочь. Так просто валяется в сумке, как обычно. Всякие бирочки. QR-коды. Пожалуйста, это все можно проверить, что это действительно подлинная сумка. Но она не стоит таких, знаете, прям супер бешеных денег, чтобы думать, что это подделка. Нет, конечно. В общем, муж порадовал. У меня теперь две места одной сумки. Еще и кошелек. Вот такой шопер муж мне привез. Классно, да? Я очень довольна. Я аж заревела, блин, когда он начал мне дарить подарки. Не Новый год, не день рождения. Чего он так разошелся, не знаю. Соскучился. В общем, такая красотка теперь у меня. У меня сейчас в основном все маленькие сумки. Есть одна большая, но она больше пляжная такая. Кстати, тоже Гуис. Она тканевая идет такая. Серая такая, разводами такая. Ну, симпатичная. Но это больше шопер, знаете, как в ТЦ огромно съездить за продуктами. На пляж там, на дачу. Это уже спокойно на работу, уже такой офисный стиль. Ну, в общем, куда угодно. Прикольная такая сумка. В общем, у меня куча подарков. И вкусняшки, и сумки, и ювелирка, и пополнение моей коллекции. Все шикарно. Обожаю мужа.